И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все так же на Айсланде. Но! Скоро пройдет все вознесение и улетим вдаль на другие карты. Но начнем сначала с другого. Во-первых, я очень сильно потупил, когда пытался выбить лут с гик и так далее. Я не нашел у себя класс альфа-тестируется и его искал, денек искал. Потом уже, когда начал отчаиваться, решил вызвать его, не вызвал его, но мне пришло в голову, а почему бы не увеличить спаун гинов в 3 раза? И я сразу же нашел, буквально в первые 10 минут. Да, то есть 3 дня поиски, лутания нужных предметов коту под хвост. Ну, не все так плохо, скажем так. За этот период я качнул тебе призрачное грива. Да, надо тут назвать как-нибудь, имя дать. Вот. Типа кисо. И не знаю, почему бы нет. Вот, и сейчас уже 1 100 000, да, да, было, помните, там что там было, 600, да, сколько-то, да, я вот пока плавал там, короче, полляма набабахал. В общем, под водой альфа-чей оказалось найти намного легче, чем где-либо что еще. Во-вторых, я решил поэкспериментировать с готовкой. И перед тем, как капнулся чибик, у меня стоит хоть и галочка, типа, можно хоть сколько сбрасываться, но я решил все-таки не рисковать, и перед левлом проверил, все вкачал навык изготовления, и, как видите, здесь у меня просто рецепты на мясо. Просто тупо сырое мясо. Здесь это самый первый рецепт был, сами видите, какое говно, но это эксперименты. Эксперименты можете поставить на паузу и посмотреть, что я тут экспериментировал. Вот, я их даже называл. Вот, но самый такой эксперимент это был мясо. Вот, здоровье 5400. Кстати, не понимаю, иногда что-то показывают то одни цифры, то другие цифры. После каждого перезахода он показывает разные цифры. Прям вообще не понимаю. Хотя вроде бы что-то это. И либо у меня память уже подводит, я уже столько еще много чего повыкидывал. Вот, ну и как видите, навык изготовления 1180, потому что 1080 это с помощью прокачки, и единичку ровно получаем с помощью вот этого. В общем, короче, это я сделал для того, чтобы изготовить себе хавку на отхил. И, ну, сами понимаете, сырого мяса всегда тонны, тоннами и тонны. Вот, поэтому почему бы и нет. Ну и перераспределил немножечко, выносливость уменьшил, скорость передвижения уменьшил. И что еще самое главное, смотрите. Так тупил, это, конечно, просто ужас. Я мог это сделать давным-давно. Смотрите. Бонус навыка изготовления, он за 9,8%. Бонус навыка изготовления 140%. Бонус навыка изготовления 115%. Бонус навыка изготовления 129%. Здесь 151%. Здесь 155%. Здесь 130%. А, ну и вот еще 138%. Я мог давно уже сбросить себе характеристики, сделать нужные предметы намного усиленным. Вот он, то, что было, должно было быть вот то, что стало. Вы все видите прекрасно, насколько стало лучше. Некоторые с первого раза, некоторые не с первого раза, но сами понимаете, насколько бронька стала лучше. Сейчас все это дело возьму. Щит тоже решил, что пригодится. В будущем. Так, это можно сразу же экипировать. Пика просто получилась обалденная. Вот, сейчас, для чего все это сделано? Броня 2500 ровно, прикольно. Вот, и одеваем, получаем 4300. Собственно, для этого я это все и делал, чтобы выжить. Чтобы выжить, потому что я посмотрел там ужас, что на альфе. Я опять-таки же не знаю, что будет, как будет, но
Посмотрим. Бампар не переделал, так у меня нет столько резов. И еще у меня Хелена, она одевается на щит как скин, и она у меня исчезла. Я ее надел на щит как скин, потом переложил в инвентарь, в предмет, точнее в стол, и она исчезла. Поэтому сейчас сделаем вот так вот. Кстати, вот, можно посмотреть. Я опять Диносов чистил. Вот. И попробуем сделать вот так. Про канала? Не про канал. Ну и в жопу, короче. Надеюсь, потом появится. Если не появится, там есть какая-то другая команда. А сейчас на Вознесение. Кстати, да, вот мне вот эту удочку дали за убийство Альфа Тусика. Но она говно. Ну, если честно, это реально-то оно говно, потому что у меня до этого дропалось намного лучше. А, и вот еще я специально как эксперимент сделал из элементальной пыли 50 на 50. Довольно-таки прикольная штука, но смысла в этом немножечко нету. Самое реально это из сырого мяса. Причем реально ты делаешь из сырого мяса, это зараза такая клевая становится, что прям ух, супер. Подготовка и на Вознесение. Так, гамма, он довольно легкий, и в целом вы сами видели, как эти ребята расправляются с другими боссами. Это локалка, это мои настройки, поэтому я думаю, троих мне точно будет достаточно. Плюс диатонка для, возможно, отхила. И еще я заметил такую фигню. Допустим, берем альфа голову. И он подходит как для бета, так и для гаммы. То есть не получится все закинуть, все ресурсы у вас закинуть и такие и запустить. Вот за этим глазом я. То есть и по очереди все запустить. То есть может так сработать, что ты запустишь гамму, а он тебя альфа голову сожрет. Ну, как бы такое себе. Давай сейчас проверим, все ли ресурсы у меня есть. Да, раз вот это засветилось, значит у меня все есть. А для этого только нужно вот это вот. Да, здесь все в единичном, в двоичном. Здесь в единичном, здесь в двоичном, здесь в троичном экземпляре. Ой, боже мой. Так, теперь гамма. Гамма. И гамма. Слушай, я тут подумал, а что если в музыку игровую оставить? А? Почему бы нет? Игровая музыка пускай побудет, да? Посмотрим, что из этого выйдет. Так, ну и что? Запускаем? Открываются ворота. И через них я могу проходить. Они быстрее, как не знаю что. И это моя основная проблема, беда. Поэтому я... Кайф. Хорошая музыка. Я правильно сделал, что я включил музыку. Моя самая главная боязнь, что они вот так вот куда-нибудь полетят. Слышь, придурок, ты скалолаз драный, ты куда побежал? О, боже мой. Стоять! Ну, вы видели? Они очень быстрые, поэтому они любят скалолазничать, скажем так. В целом, тут есть время на заход. Так. Отсвистываем всех. Поэтому я их сейчас сюда немножечко заведу поближе. И пойду на R1. R1 это тот, на ком я... Ну, много кого зачистил из альфачей, не только альфачей. Скажем так, это бравый такой товарищ, который мне много где помогал. В целом, вся загвоздка в том, что, по идее, я сюда не могу никого призвать. Давай, братан, ползи! Ладно, потом проползешь. Я сюда никого не могу призвать, то есть на Криоподе. Кстати, не знаю, я не проверял вот на вот это вот. Но хотя бы по пещере, если еще я, возможно, смогу их телепортнуть. Но не факт. Там будет видно, что как где. Но, а для начала пойдем дальше. Вот он, R1. Погнали вперед. Только, я думаю, лучше поставить вас всех
где ты там, у тебя отображение твое, вот он ты. А, вы все на пассиве стоите, отлично. Я их до этого ставил на пассив. Я надеюсь, меня слышно? Да, что-то музыка как-то громко. Давай хотя бы вот так сделаем. Уж извините, это не протестить. О, вот так вот будет лучше. Ух ты, нифига себе, они какие-то жирные. Так, ну и все, погнали. Гамма, он в целом изичный тем, что здесь легкие мобы, в том плане, что здесь тех же гик нету и так далее, насколько я помню. Ну, по крайней мере, много где говорится, что гиги. А чё вы на меня не агритесь, козлы? Мне чё, к вам подходить, каждому убивать? Ну, это нечестно. Вы чё, серьезно? Мне ж разворачиваться на Рексе, это полный гемор. Так, и мне еще жарко. Но жарко это не беда. Да ты серьезно? Мне потом возвращаться как-то тяжело будет. Фу, я бы что придумал? Говноеды! Ты че, серьезно? Какого фига они не агрятся на меня? Мне это не нравится. Мне потом сюда возвращаться же очень будет тяжело. И вот так вот. Я понял, я успел, я услышал. Отлично. Эти забаганные, ну ладно, если чё. Вот, ну наконец-то, ожили. Аллилуйя. Так, ну все, погнали. Вот, ну наконец-то пещера ожила. А то я уж что-то это стал сомневаться немножечко. Слушай, я тут еще сейчас прокачаюсь чутка. О, аллозавры! Не, ну аллозавры, конечно, что гиги, что аллозавры, это еще те козлы. Накидывают кровотечение, и что хочешь, то с этим и делай. Вот. Ох, сколько лута накидали. Загрелись. Куропатки. Блин, нифига тут жарко. Что самый главный прикол? Сейчас жарко, потом будет холодно. В целом, пещера здесь, ну, прям легко проходящая. Ты прям как бы это и не замечаешь вот этого всего, что здесь происходит обычно. Не, ну этих вот мелких надо убивать. Они меня бесят. И вот если там еще хоть как-то, вот скоро будет поворот. Идите нафиг. Ортоплевры. Ненавижу их. Хотя, помнится, я их раньше еще и скалопендрами обзывал. Не знаю почему. Но я их называл скалопендрами. Ну, знаешь, что ортоплевр, что скалопендра, ну такое себе. Не то и то название говно. Ой, блин. Орловки. Орловки. Не, ну это вообще-то неинтересно. Оп, вылез. Так, ладно, кто-то вылез. Мне главное, чтобы когда я буду назад бежать, мне, чтобы они не агрились на меня. Да, полностью забаганный, как козел. Опа, в жопу. Но я же не убил. Ну и бог с тобой. Такс. Что-то мне плохеет. Жарко тут прям до безумия жарко. Офигеть. Да что ж вы тут все вот багаетесь-то куда-то в текстуру, козлы. Ну, надеюсь, ты там багнулась так, что ты упала полностью. Ой, у вас перегрев, найдите прохладное место.
Знаю, что у меня перегрев, и что я сделаю. Кстати, защита... Сопротивление холода, сопротивление зажарения, что-то я не заметил, она вообще улучшилась, не улучшилась. Благодаря тому, что я это... Бронь, конечно, у меня хорошая, но... Причем ее не назвать читерной. Ловки. Вылезите. Ой, хорошо, что он стоит на пассивке. Я сейчас реально пересрался. Я думал, как она сейчас шкребанет, точнее он. И это бы реально была проблема. Он просто мог бы сейчас туда бы нырнуть. Пошел ты. Так, теперь куда мне нужно идти? В целом мне нужно сразу спускаться вниз. А, вот куда-то туда нужно идти. Но желательно бы их всех тут завалить. Чтобы они... Так, кто на меня сагрится? Как же ж неудобно. Надо посмотреть с настройками. И проверить, почему у меня вот так вот они. Они быстрые, как не знаю что. На shift. Я по привычке порой жму на shift, и это чревато. Так, отлично. Эти сами подбежали. Так, карта плевра. Вот этим мне везет, что Рекс очень высокий. Вот, кстати, реально, это самая такая, это, как это, самая легальная защита от пурловий, это сидеть на Рексе. Козлина, козлина, козлина! А вы что там стоите? Блин. А я думаю, лучше их сагрить на себя вот таким способом. По крайней мере, так будет быстрее. Нужны были гранаты. У меня, я сейчас себя поймал на мысли, что если бы я туда бы... Стоять нафиг, если я сейчас случайно присвещу, это будет ужасно. Промахнулся кнопкой. А, если бы у меня была бы граната, я бы сейчас туда закинул, и было бы огонь. Да. А это там так и будет тусоваться. Ой, там еще и мелкие создания. Не, я туда пешком точно не пойду. Я сейчас подумал, может пешком туда пройтись и это... О, грохнулся кто-то вниз. Где вода? Из дробовика убить, но здесь мел... О, еще и этот... Хорошо, что пешком не пошел. О, было бы счастье мне. Так. Ну, первое вознесение точно сделаем с полным прохождением. Другие вознесения... будем так. Другие вознесения будем уже чисто как положено. Опять-таки же, вот в чем весь прикол, я нигде не нашел информацию о том, вот реально это нигде не написано. Если пойдешь альфа, допустим, боссов, получишь ли ты все теки, это первое. И второе, если пройдешь все вознесение, ну, точнее, альфа-вознесение, получишь ли ты это... Ну, то есть, сколько там получается? 15 левелов. Или нет? То есть, как бы, вот в этом загвоздка, поэтому я их буду все три проходить. Ну, а с другой стороны, зато сравним, насколько все тяжелее или легче.
Точнее, что насколько тяжелее и легче. Так, где-то там. Вот. В целом, что я точно могу сказать. С хорошим седлом на броню. Тебе типа вообще... Там ортоплевра. Мать ее. Не плюй! Пошла взад! И эти еще здесь. Ой-ой-ой-ой-ой. Броня моя, броня. А, не, нормас. Прочность хорошая у нее. Так, я правильно свернул или неправильно? Кто мне подскажет? Отлично. Соло, конечно, с таким уроном, как у меня, и, ну, потому что это, еще раз повторяюсь, это локалка, и с такой броней, и это не из-за того, что у меня локалка, это из-за того, что мне просто чертовски повезло найти такую броню, ну, прям реально, прям очень сильно повезло, причем я уже отчаялся, а нашел. Я не думаю, что будет слишком сложно, поэтому я и только троих и взял, плюс хиллера. Но я не думаю, что хиллер мне здесь будет так сильно принципиально нужен. Просто у меня стоит настройка восстановления здоровья десятка, и то есть они восстанавливают здоровье очень быстро. Я бы не сказал, что это так уж совсем быстро. Вот, но все равно. То есть, как бы в этом плане. Кстати, таймера нету. Я заметил, что таймера нету, и это второй прикол. На локалках нет таймера на прохождение. О, я уже вижу вход. То есть, на локалке у тебя неограниченное время на прохождение. Либо таймер багуется, и он просто не показывает. И через час, типа, о, Рекс получил левел. И через час он, типа, такой, ну все, братан, ты не успел. И выкинул. Так, надо все выкинуть. Так, все выкинул, и хавка на восстановление еды все-таки получилась прикольная. Да. Куча, просто куча хлама. Так, я надеюсь, что я никого не забыл убить по пути. И все проходы. Вот эти вот проходы, они очень ужасно страшные, когда ты за собой присвистываешь кого-либо. Вот эти вот проходы, то есть ты вот здесь, ты можешь просто потерять, ну, собственно, как было на горилле. Сами видели. То есть там они просто улетают. О, гига! Да ладно, прикол! 156-й! Ты какой прикольный! А может ты сам подойдешь, э? Ну, опять-таки же, урон на по мне наносит маленький благодаря чертовому седлу. О, в ярость вошел. Но! Знаете, что самое главное обидно? Здесь, как вариант, с него дропнулось сердце, которое я искал очень-очень-очень-очень. Да, вон валяется сумочка. И это сраное сердце искал реально 2 дня. Ну, хорошо, 1.5 дня. Потому что я там с периодичностью... В первый день я еще с периодичностью туда-сюда. Искал то одно, то второе, но... Да. Так. Здесь... Должно быть безопасное место, по идее. Типа сейф-зона. Здесь не должно никого быть. Поэтому пойду сейчас за остальными. А либо они у меня тпхнутся, либо я с ними сгоняю и по одному сюда привезу. Ну, там безопаснее. А знаете что? Я теперь прекрасно понимаю, почему на серверах дополнительно не любят ставить этот мод. Да. Это читерный кусок говна. Так, ладно.
Зато на локалке это помогает очень-очень-очень-очень-очень-очень. Очень-очень-очень помогает. А куда бежать? Блин, тут такой сраный коридор. Ну, кстати, зато здесь не жарко. Вот реально, здесь не жарко, это такой кайф. А, мне туда? Ну, окей. Бумба, пошли. Вперёд. Слушай, интересно, а здесь заметки есть? Здесь заметки есть? Где? Опа-на. А здесь заметок нету. Я это вижу. 0%, в смысле 0 заметок из 0 показываю. Прикол. То есть здесь это отдельная территория, которая типа вообще никак и никуда ничего. Так, то есть по факту я сюда уже зашел, и это как к боссу зайти. Окей. Так. Окей, призываем всех сюда. Раз уж такая есть возможность, почему бы и нет. Я не буду читерить и вызывать остальных, но да. Я думаю, они точно так же сюда призовутся без каких-либо проблем. R3. Да, читерный мод просто до ужаса. Ну а с другой стороны, камон, это телепорты читерные, как не знаю что. Ты просто можешь сколько угодно, когда угодно, куда угодно телепортироваться и все в таком духе, бла-бла-бла, все дела. Короче, не в этом суть. Главное, чтобы они все у меня попали туда, куда нужно. Поэтому так, очканем на всякий случай. И... через минуту. Отлично. Значит, о, так это вся площадка вот эта вот телепортируется. И даже больше. Клево. Я буду на диадунке, потому что я могу с него стрелять. Блин, вот твоя голова мне очень сильно мешает. Кстати, я его назвал Левой. Я не знаю, я его захотел назвать Левой. Я его назвал Лева. Ну, почему-то я посчитал, что Лева это будет покруче, чем Котя, Коте и так далее. Лева это Лева. Потому что это Лева. Это же Лева. О, призрачная грива, грива тем. А, ладно, короче, Левый будет. Это по большей части кошка, хотя он на льва похож тоже не кисло так. Ну давай! Поехали! Не, конечно, минуту это хорошо, но. Ну, с другой стороны, зачем? Непонятно. Отлично! Почему я грохнулся откуда-то? А! Но! Я здесь никогда легально не был. И это клево. Кстати, было бы прикольно, если бы можно было нажать на что-то, и типа, ты нажал, и там, хоп, дракон такой полетел. Было бы вообще клево. Но я когда на роликах смотрел, это вообще прям, это прям что-то с чем-то. Музыка здесь классная, поэтому я лишний раз убеждаюсь, не зря я ее включил. Но она что-то багается. О, а сейчас не багается. Ладно, пока пройдусь пешком, а там уже будет видно. О, заметка. Слушай, а вот здесь заметки есть. Так, погоди-ка, а сколько здесь заметок? О, а здесь я уже вернулся на остров. Прикол. Подожди, а какие координаты? 13. Интересно, потом надо будет посмотреть на это. Клёво. Надо будет посмотреть на этой. Мне что-то показалось, что я что-то мог нажать. Видать, глюч уже прям конкретно. Нормас. Снимаю просто ночью. Потому что только ночью смог снимать. Почему? Потому что я полдня выбивал материал. Благо сейчас вот времени было нормально, поэтому я мог всем этим заниматься. О, еще одна заметка. Роквелла. Ну, сам поднимает, такая разница.
Рекс поднимет, не Рекса. Они там максимум левел получат и все. О, землюшка, земля. Это здесь какой она была, а там какой она стала, как я понял. А это, наверное, заражение, то, как заражалась земля элементом. Модель. Ой, простите, я ж еще не знаю, что-то когда где. Ну да. Ой, клево. А, вот это, наверное, какой земля стала все-таки. А тогда первое непонятно, что-то было. Вот реально, насколько это красиво. И это же реально комната вдаль туда идущая. По идее. Могу я глянуть? Ой, я за нее глянуть не могу. Слушай, какой он? Что же и не поймешь. Это комната с лучами, да. Вот все говорят, вот эта вот комната классная, прям, ну, она реально прикольная. То есть ты вот, о, собака, что-то я очканул. Это реально классная комната. То есть, во-первых, ты здесь видишь остров. Кстати, было бы прикольно, если бы можно было бы увидеть свой дом отсюда. Вот реально было бы прикольно, если бы можно было бы увидеть свой дом. Кстати, а где мой дом? Надо будет рассматривать. И вот эти вот дропы, которые типа скидываются, это прям классно. Вот он центр управления, из которого я мучился столько и не мог найти нужное седло. Да. А там уже терминал. Так, а я попробую поискать свой дом. В целом, конечно, глупо рассчитано на то, что можно было бы разглядеть. Это во-первых. Во-вторых, там, где мой дом, закрывает эта вся фигня. Да, классно. Так, погоди-ка, нет, мы еще дальше идем. Еще не последняя комната. Но я порассматривал вдоволь. И, кстати, да. Карту открываешь, и ты видишь, где ты находишься. Да. Не, большая комната, прям огроменная. Австралия, это я вижу. Или это карта с заражением. Да, много болтовни, все как обычно. Ну, а что поделаешь, я хочу. Так? Поэтому будет так. Вот там, походу, точно уже конец. Или нет еще? Так, я призову, пожалуй, своих рексов. Так. Вот они, родненькие. Теперь погнали. На диатонке так все-таки повыше, получше. Я что, назад вернулся? В смысле, блин? Я-то... О, боже мой. Ладно. Не, ну это просто был... Я в этой комнате так крутился, что назад вернулся. Потому что вон это та комната... А, боже мой. Выключу. Пассивное лечение, блин. Говорю, нет, это еще не последняя комната. Так, ладно, сейчас Рекса сюда призову. Так, ну что? Я думаю, попробовать их созвать. Здесь, по идее, грохнуться никуда нельзя. Туда точно грохнуться нельзя. Я уже к краю подходил, там упираешься в невидимую стену. И это правильно, блин. Не хватало бы еще тут грохнуться и сдохнуть. Вот прикинь, ты просто реально вот и за край уходишь и помираешь. Вот это было смешно. Это было реально фиаско, братан. Так, так, так. Не спешим, не торопимся, не торопимся. Не толкаемся. Блин, реально, на настройки посмотри, что там за фигня у меня со скоростью. По ходу дела, у выращенных у меня проблема со скоростью. Блин, это круто.
Так, стоим, ба. Ты посмотри, реально, вот, насколько это круто, а? И музыка затихла. О, луна. Да подожди, ты там врубил свое лечение. О, мясо пожарил. Это же луна. Точно, разломанная луна. Лево. А, ёб твою ж за ногу, это было страшно. Это было просто минус уши. Это просто минус уши. Извините, я сам обосрался. Бляха, муха. Вот, вот так точно должно быть нормас. Все три? Я говорю, все три. Такс. Но он должен быть изичным. Для меня, по крайней мере. Ну камон, у них седла там такие, что просто ужас. Так, вы на нейтралитете? На пассиве. На нейтралитете. Отлично. Матчи козлов. Пока не могу. Окей. А вы развлекайтесь там. Ну ладно, ладно, я вам помогу. О, надо зарядиться. И да. Так, 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 так. Оп, пошло. 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 Главное, чтобы лучом не попал. Стреляется. Ой, да ладно. В смысле, я тебя уже довел до такого состояния? Ты что, серьезно? Это у меня такой хороший дробовик. А, ну да. Вот и узнаем, что было бы с паучихой, когда я бы по ней бы бил бы сам. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. С одной обоймы просто половина хп. И это еще не усиленный у меня он. Так, я пока что не помираю. Ай, я твою ж за ногу. Это, кстати, элемент валяется. Бьет еще по мне собака. Но, опять-таки же, мне на это пофигу. Вот что они стоят? Вот тут воюет. А ты что стоишь? Вот. Давай, воюй тоже. Ну что, пускай качаются. Что, мне жалко, что ли? Ой, дурной какой! Летит сюда ко мне. Опять-таки же, да, повторюсь. Благодаря хорошей броне. Во, они на него сагрались. Красавчики! Ща ему будет кердакс. О, а вот и обезьянка. Блин, нифига себе, на 740 булыжником вдарило. А ты чё, на Рексов загрелся? Кстати, а по нему меньше урона наношу. Фу, блин, ё-моё, как ярко, ужас просто. Я верю в вас, братва. Экс. Ну, да, урона наносят они очень мало. Ну, вы посмотрите, просто 0-2. И это из-за брони. Это не из-за моих настроек и так далее. Это просто из-за того, что у меня броня. Да, я не устану это говорить, но что поделаешь. А еще вот так сейчас включу, короче, и вообще. И пошел ты в жопу, самое главное, под луч не попасть, который меня выбит с седла. Не-н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 е. Пошли вон. Да ёп. А, по 0-2 это бьет по мне, как по человеку. Ясно. Нифига себе. Что-то я об этом-то и не додумался. Так, 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 так. Вы что, серьезно? Ну я не успел.
Вот кто бьет по мне. Блин. Ракуля! А вот это уже проблема. Почему? Потому что его пламя бьет по количеству хп. А не просто хп. То есть проценты. И вот это собаку нужно валить быстрее. Братва, Рексовая, мне нужна помощь. О! Игра, не лагай! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это прям была сейчас серьезная проблема. Отлично! R3 завалил дракона. Ну, красавчик, что еще скажешь? Красавица, точно забыл. Такс. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, я пойду лучше сюда. Или подожди, или куда от тебя лучше спрятаться? Ты где там? Ага, ты вот здесь-то. Да ёпсель-мопсель. Так. Все ко мне тусуйте. Так, отлично. А теперь все отцепились. Да чтоб тебя! Пошли вон! Все! Вы мне еще на экстеншене надоедите. Да пошел ты! Иди сюда, собака плешивая! Ну надоело, блин. Элемент здесь валяется, чтобы так броньки заряжать. Клево. Так. Эй, чуваки, пошли. Стойте. О, не, братва, все сюда. Нифига себе. Отлично, все. На всякий случай. Не, когда сам проходишь, это круче, чем любые ролики смотреть. Это просто кайф. О, мурашки по коже. Если сам не прошел, как говорится, то ты этого и не почувствуешь. Не, конечно, в первый раз ты, возможно, и почувствуешь, но потом это просто что-то с чем-то. Клево. Ну и вот он список тех самых клёвых людей, которые разработали эту игру. Были участники все проекта. Ведь это только начало, по сути. Вот реально. Ого. Арк 2. Видели? То есть... Вот этот список, он обновился уже, по сути? Типа, на всех новых? И, кстати, интересно, почему здесь пишут, типа, конец? Или просто... Ну, по сути, да, это же бесплатный DLC, только вот это. Все остальные же платные были DLC. Если я не ошибаюсь. Просто я реально не задумываюсь, всегда покупал их. По сути, да. Ты, типа, проходишь игру. Клёво. Интересно даже, чем закончится. Ладно, подождём. Это тестеры. Список тестеров. Комьюнити тестеров. Не мог просто не включить.
Не знаю, почему-то реально это забавно. Но прикольно, что разработчики даже в титр, получается, закинули людей, которые тестировали игру. Так что если видите какой-то баг, вот знаете, это они виноваты. Если что, вот с лордом это их проблема. Их не было это. Да. Вот это. Кстати, точно, в 22-м году уже будет арк-анимация. Вот я вот этого жду. Как и второго арка, если честно, тоже жду. И это, по ходу дела, все. Не! Смотри, мне даже наконец не надо было жать, он сам. Слышь! Так, давай посмотрим, что из этого выйдет. Так. Загрузка идет, что-то он очень долго тупил в менюхе. Меня это прям насторожило. Насторожило. Учимся говорить правильно. Но не факт, что получится. Ладно, подождем еще. Список персонажей. 109 левел. Вот мои все характеристики. И загрузить. Прикольно еще. Когда-то лошадь несколько. Такс, отлично. Слушай, это по сути? Это, по сути, первое возрождение на кровати. Черт побери. Это первое возрождение на, мать его, за ноги кровати. О, новый этот. Имплант. Я даже не знаю, где у меня... я вспомнил, где у меня кровать стоит. Вот здесь она у меня стоит. Офигеть, это первый... Вот она и появилась. Все, отлично. Она вернулась ко мне. и скинчики. Скинчики. Ой, мать вашу, скинчики. Так, а где мой Лёва? Вот он, Лёва. Я очканул, что мне еще раз придется качать, увидев вот это вот. Так, и... Так. И, по идее... Так. Все отлично, все хорошо. То есть здесь, по сути, ничего придумывать не нужно. Весь лут на месте. Вот клево, что она вернулась. Это реально, это первый раз, когда я встал на кровати. Это, ё-моё, это офигенно. Это реально, вот они мои R7, R5. И... Где-то тут еще Диплокаулус должен быть. Во! Помёрзший Диплокаулус на 22-м дне. И... А, здесь это... Постройку удалил. Да? Тю-тю-тю. Ни одной смерти, сам себе не верю. Так, но что я хотел проверить? Они, по идее, должны появиться там. Блин. Надо было нажать паузу. Зависло все. Как обычно, пока все это дело прогрузится, потому что по факту я карту перезапустил. Пока все делал. Да, вот они. Жирные жопы. Все здесь! Клево. Вот такие вот дела. Как видите, ну, скажем так, с хорошим седлом даже на серверах пройти будет легко. Не так легко. Ох ты, господи, ты ж, боже мой, вырви глаз. Ай, глазам больно стало. Не так легко, конечно, как мне на локалке, но... Самое главное, это я потому что смотрел видосы разные, и реально, вот то седло, которое у меня, на 272 брони, если не ошибаюсь, то вот если находите подобное седло, просто забейте, реально, пройти будет очень даже легко. Ни одного Рекса вы точно не потеряете, и ни одного Диноса. А в следующем видосе мы пройдем еще Бета и Альфа Вознесения, но чисто только вот сравним боссов по их, ну то есть так чисто, вот там сравним, не более.
Ну, я надеюсь, серия будет не на час, а все-таки на хотя бы полчасика, да, кто выйдет. И там уже будет следующее приключение на Скерче. Все, на этом все. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, нагашить с моими видео, со своими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.